передаю. Дальше продолжаем наше заседание. И поскольку это у нас торжественное заседание кафедры, то я передаю слово заведующему кафедры, профессору Юрию Дмитриевичу Шустову. Прошу. Уважаемые друзья, я хочу поблагодарить всех присутствующих, что вы нашли время посетить это прекрасное здание и встретиться со своими друзьями, коллегами и потратить какое-то, даже слово нехорошее, потратить вы, приобщиться к радости. Радость в науке здесь, то есть радость в искусстве, радость в науке и радость в общении. Поэтому разрешите мне начать торжественное заседание кафедры. У кого, значит, мы старались как можно так всем раздать приглашение. Кому мы не вручили, тому вручим уже по ходу, может быть, во время фуршета, но обязательно мы всем дадим наши эти приглашения, своеобразная память об этом очень знаменательном таком событии. Прежде чем начать непосредственно это заседание, разрешите мне представить слово декану нашего факультета. Приказ уже есть или нет? Есть. Есть? Значит, я правильно, не его, а именно декану. Да. Пожалуйста. Нет, мы просто были перевыборы, поэтому я прокомментирую. Да. Добрый день, дорогие друзья, дорогие коллеги, гости, выпускники наши, все присутствующие. Вот в прошлом году факультет отмечал 80 лет. Ну, официальная дата 1934 год, хотя очевидно, сказать, и мы это прекрасно знаем, готовили и материалы, и кафедры, и так далее. Но и тогда мы уже догадывались, что у нас впереди через год 150 лет не только университета, но и кафедры физической географии и рационального природопользования. Ну, безусловно, возраст очень уважаемый, это, наверное, можно говорить о том, что это настоящий юбилей. Такие обычно настоящие были, я понимаю, такое, когда есть чем отчитаться, славная история, большие достижения и так далее. И вот если мы вспомним хотя бы, сказать, вот на первых руководителей кафедры физической географии, это профессор Лапшин, профессор Шведов, профессор Классовский и так далее, да, то обращает на себя внимание, я вообще задумался, кто они, как мы сейчас говорим, по базовому образованию. Юрий Ильич, подскажете? Физики. О. Вот как раз это и указывает на то, что физическая география – это наука комплекса. Ну, кроме того, что она интересная, романтичная и так далее, так, это наука комплексная, в которой нужны синтез знаний и физики, и химии, и математики и так далее. И поскольку, почему это? Объяснимо почему. Потому что это наука о природе, о природных явлениях, их исследованиях и так далее. И физика в переводе «природа». Да, да, совершенно верно. Даже если мы возьмем, предположим, уже последующий этап развития кафедры, ее существования и так далее, мы прекрасно помним профессора Генриха Ивановича Швебса, так, величайшие математические знания, школы радиоведения и так далее, а его методологические семинары философские, да, какие это были вообще были находки, какие были перлоги, насколько все это было интересно и так далее. И вот это как раз традиция, которую мы видим в сочетании комплексности, так, она прослеживается, в общем-то, по сей день. Если бы этого не было, по-видимому, у кафедры физической географии и природопользования не было бы таких ощутимых и серьезных достижений. Ну вот в этом пригласительном билете даже упоминается десятки монографий, там я уже не говорю про количество статей, соответствующие научные школы и так далее, которые поддерживаются от предыдущих фундаторов, так, на плечах которых стоят современные коллеги, современные сотрудники, так, и продолжают развиваться и так далее. Ну, в общем-то, безусловно, можно сказать, что мы гордимся и историей нашего университета, которому исполнилось тоже в этом году 150 лет, и, конечно, сверстником университета, кафедры физической географии и природопользования. Вы так обернулись ко мне сверстником. Вы представляете кафедру. Значит, это намек. Ну, естественно, хочется пожелать всем в первую очередь крепкого здоровья. В эти трудные времена
трудные годы, выстаивать сплоченно, коллективно, ну, поддерживая друг друга. Всего самого доброго, открытий, радости в науке, радости встречах. И всего самого доброго. Всей кафедре, всем присутствующим. Спасибо. Спасибо. Ну, такие вступительные наши слова вы заслушали. Теперь, наверное, непосредственно к программе перейдем. Я попрошу молодых. Так, ребята, пожалуйста, поставьте стол сюда. Так.